самом деле, все уже не раз говорили, какой он был веселый человек. И представлять его без какого-то анекдота свежего, да, без какой-то репризы, ну просто было невозможно. И знаете, даже несмотря на его болезнь, и несмотря на то, вот в каком тяжелом он был положении в августе прошлого года, когда был салон, но мы все ходили смотреть, помните, да? И вот он комментировал полеты совместные сухих и мигов, и все равно он шутил. И вот его репортажи прямо привлекали людей, зрителей, что это было не просто вот показ техники, а его слушали под сопровождение вот того, что вытворяют вот эти замечательные ребята. И, ну, например, там облака вверх уходит, по-моему, Ващук уходит, скрывается в облаках, тут же следует фраза мгновенная, значит, экспромт. Но это сверхсекретная фигура высшего пилотажа, выполняется исключительно в облаках. Помните, да? Вот. Ну и потом, когда летчики сели, знаете, да, разворачиваются на полосе, кланяются носом по тормозам, самолет раз, все красиво. Ну и он говорит потом фразу такую: ну а теперь, дорогие друзья, все похлопали летчикам, одно маленькое объявление, это вот сотни там тысяч людей. Он говорит: потерялся мальчик Вова Городзейский, нашедшего просьба подвести к шале Сухого. Мы, конечно, все грохнули, народ не понял, почему мы смеемся. Мальчик потерялся же. Ну вот, привели меня к шале Сухого, потом Сережа подъехал.